моя, Москва моя, ты самая любимая. Браво! Пришло время для создания широкого союза народно-патриотических сил для защиты каждого из нас, наших детей и внуков, нашей любимой многострадальной Родины от произвола власти, от этого убийственного курса, который страну гонят почти 25 лет. Только русские потеряли в результате этого эксперимента криминального капитализма 22 миллиона человек больше, чем в Великой Отечественной войне. Пришло время для создания союза, который сумеет противостоять лжи и насилию, полицейским дубинкам и произволу всех чиновников. Я считаю, что мы должны защититься и от оракулов, которые тащат нас под звездополосатым флагом для того, чтобы мы своими руками намылили веревку и задушили любимую державу. Мы это с вами уже проходили. Нам не нужны кукловоды из американского конгресса. Нам не нужны доброхоты, которые снова нам обещают, что криминальный капитализм спасет нас, если одну группу воров заменить другой шайкой лизоблюдов. Все власти это уделяют
мало внимания, но немного уделяют внимания для того, чтобы провести фальшивые выборы, для того, чтобы собрать фальшивые подписи и пропихнуть своих так называемых, в кавычках, самовыдвиженцев от партии власти. И чтобы, опираясь на их мнение и делая вид, что их поддерживает население Москвы, и далее тратить бюджетные средства по своему усмотрению. Хватит, натерпелись, пора наводить порядок. Товарищи, нынешняя власть все сильнее и сильнее на нас давит. Она снимает оппозиционных ей кандидатов, она фальсифицирует результаты голосования и так далее. Но это не является чем-то нетипичным. Это, напротив, является очень типичным, так как в обществе, в котором господствуют социальные неравенства, честных выборов не может быть в принципе. Небольшая кучка богатеев в честной борьбе не может выиграть у большинства трудящегося населения. Наша задача – объединиться, сплотиться, набрать большие силы. Срочно, ибо мы находимся в оккупации, все это знают. И единственное, чем мы сможем нашу страну поднять, это если каждый начнет на своем месте жить по совести и по кону. Нас сегодня заставляют жить законом, а наши предки жили по кону, согласно с гармонией мироздания и друг с другом. Я хотел вам спеть песню, которая называется «Единый народ». Можно, да? Передают, чтоб не додать, и каждый в них, каждый они. Тюрьма диктует свой режим в законе, те, кто вне его. И ничего мы не решим, сбежать здесь некуда бегом. Но я сбегу, ведь весь свой срок живу я вне этой тюрьмы. А судишь, знаю, коль звонок тебя здесь будет, а не мы. Мы родились для счастья. Черти правят, единый народ, избавляйся, ведь нет враждующих наций, единый народ, объединяйся, хочешь жить по кону, великий народ, просыпайся. А вы можете на единый народ потом сделать все вот так, на следующих лет? Мой род во мне, отец во мне, мы словно с ним в едином сне. Родились, чтобы пробуждать и никогда не умирать. А я не чей-то человек, я человечность в своем я. На что ты сам себя обрел, кто для тебя эта земля? А если ты не создал свет, не будешь ты им для кого-то. Свети себе, свети другим, нам вместе, но нам одиноко. Рисуем на воде круги, мы время создаем из срока. Пройдет день, пройдет жизнь, пройдут проблемы и заботы. Мы родились для счастья. Единый народ, просыпайся, что за черти правят? Единый народ, избавляйся, ведь нет враждующих наций. Единый народ, объединяйся, хочешь жить по кону, великий народ. Геннадий Андреевич, а как вам Единая Россия, кстати? Единая Россия, она едит Россию. Это не...
Она еди... Иди на, да? Иди на, по-моему. Счастья, единый народ, просыпайся, что за черти продать, единый народ, объединяйся, нет враждующих наций, единый народ, просыпайся, хочешь жить по кону, великий народ, воскрешайся. Уже весной было понятно, что у Единой России нет шансов на этих выборах. Поэтому все они пошли самовыдвиженцами. Но мы знаем, что у их самовыдвиженцев тоже нет шансов. Если мы проконтролируем ход выборов и подсчет голосов, уже сейчас звучат от отдельно взятых граждан призывы к бойкоту. Но мне кажется, что это все на эмоциях очень неправильная политика. У нас есть шансы взять большинство в парламенте. В одной группе ВКонтакте, по одному из моих районов на округе, где я баллотируюсь, в группе, где состоит 20 тысяч человек, и причем все они аполитичны, провели голосование. Я или провластный кандидат Роман Бабаян, ведущий ТВЦ провластного канала. 92% проголосовали за меня. И я уверена, что такая ситуация в каждом округе Москвы. Поэтому мы предлагаем всем вам подключиться к наблюдению на выборах. Мы готовы. Нам пускает пыль в глаза, нагоняет юридический туман, сочиняют мутные законы и поправки, создают отмычные структуры под названием Дом РФ, компенсационные фонды. Строить надо, а не изображать кипучую деятельность. Мы спрашиваем у власть имущих, господа, откуда столько пафоса? Откуда столько спеси и нелюбви к своему народу? Может быть, у вас струй голубая, характер нордический? Вы уничтожили все, за что воевали наши деды. Вы поставили россиян на колени. По какому праву, опережая события, хотим наказать нашим депутатам признать ситуацию с обманутыми дочками чрезвычайной вплоть до национализации жилищного строительства и всех жилищных структур. Растущая армия обманутых дольщиков – это социальная катастрофа. Сначала наше жилье, а потом тротуарная плитка, реальная стройка, а не Дом РФ. В резолюцию митинга просим внести следующий пункт. Каждого, кто посягнет на наши права конституционные, привлечь строгой ответственности. Даешь право выбора, даешь право на жилье, даешь право на достойную жизнь. Ура! Дорогие друзья, беспредел с выборами начинается с произвола, с выборами президента Российской Федерации в Государственную Думу. 20 лет беспредела. И мы говорим в отставку и распускай не только Московскую избирательную комиссию, а ЦИК вместе с Панфиловой распускай! 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 Товарищи, даем поручение нашим кандидатам решить эту проблему социальную! Настоящие патриоты России должны сегодня держаться вместе. Нам не нужно бездумно одобрять все, что делает власть. Зачем что-либо делать бездумно? Нам не нужно бездумно
бегать по улицам непонятно ради чего, только ради того, чтобы пошуметь. Нам нужно предлагать народу серьезные пути перемен. Сейчас наверняка будет происходить конституционная реформа. Так нужно добиться того, я много лет об этом говорю, чтобы она разрабатывалась не в кулуарах, а потом выбрасывалась наскоро на голосование. Надо добиваться того, чтобы глубинный народ и все политические, общественные силы и слои, в том числе мы с вами, могли начать народный процесс подготовки предложений к будущей конституции мирным и законным путем. Почему у нас не наполнено конкретным смыслом понятие «социальное государство»? Как оно соотносится с расходами, получаемыми от нефти и газа, с расходами этих средств? Почему у нас воля народа ниже международно-правовых решений, принимаемых часто под диктовку наших многовековых недругов? Почему у нас иногда органы с непонятными полномочиями вмешиваются в жизнь людей и в их позицию, и в их активность? Нужна смена той несправедливой системы, которая была нам навязана в 91-м и 93-м году. Вот мы здесь вместе со многими людьми, присутствующими на этой сцене и здесь, на этой улице, тогда протестовали против несправедливости. Эта несправедливость не изменена. Нам нужно ее устранить из жизни народа. Нужно избежать тотального контроля цифрового над жизнью людей. Он уже наступает. Наверное, здесь уже почти половина присутствующих идентифицируется. Ну, пожалуйста, это можно делать, но когда-то это станет фактором давления на выбор людей, на их поведение, на их убеждения. Нам нужно добиться того, чтобы голос народа был услышан. Глубинный народ должен вместо нынешних далеких от народа элит определять то, что делает власть и то, что происходит в стране. Мы часть этого народа, мы имеем право на наше суждение. Я надеюсь, что это суждение, а не закулисные всякие манипуляции, определит достойное будущее России. Всем помощи Божией в добрых делах. Спасибо. У нас митинг за честные выборы. Честные выборы предусматривают честную власть. Честная власть предусматривает нормальную жизнь людей, которые живут в нашей стране. И вот 20 лет мы говорим о том, что нужны честные выборы, и 20 лет честных выборов нет. Если бы выборы 2016 года были честными, тогда бы в Госдуму пришло огромное количество честных людей, которые не позволили бы поднять пенсионный возраст, которые не позволили бы увеличить налоги, которые сделали бы так, что государство развивалось за счет продажи сырьевых ресурсов, а за счет развития производства. За эти 20 лет уничтожено огромное количество сельхозпредприятий и предприятий промышленности. В результате рабочего класса практически не стало. Самозанятые – это теперь визитная карточка России. А нам нужно огромное производство, потому что мы великая страна. Но страна великая не тем, что у нее много нефти и газа, а людьми, которые живут у нас, которые нас всегда спасали, которые спасли весь мир в Великой Отечественной войне. Мы с вами великая страна, великий народ. Но почему-то захватившие власть олигархи и люди, которые примазались к власти, они делают все для того, чтобы мы были нищими. И посмотрите, что произошло.
Сначала нас загнали в кредитную кабалу, после этого не дают выйти на улицы, а тем, кто выходит на улицы, приходят банды судебных приставов. Мы все почему-то должны банкирам, которые на самом деле ничего не делают, а занимаются ростовщичеством. Мы все зависим от чиновников, которые могут дать разрешение на строительство, дать нам право жить. Мы платим с вами налог на землю, налог на воду, остался вести налог на воздух. И если были честные выборы, в 2018 году не было ни бы какой пенсионной реформы. Было бы развитие производства, было бы увеличение жизни населения. У нас сейчас Россия вымирает только потому, что мы ведем абсолютно неправильную экономическую политику. Мы не можем, извините, справиться с каким-то наводнением. Поэтому надо срочно менять власть. И те люди, которые призывают не ходить на выборы, не правы. Наоборот, все должны прийти на выборы и проголосовать против этой партии, которая ввела в Россию в разруху, в нищету и в тупик. Я уверен, что мы все придем и проголосуем за наших кандидатов. Я прошу вас сделать так, чтобы мы действительно вернули демократию в прямом смысле. Я прошу вас прийти на выборы. Я с вами. Спасибо вам большое. Коллектив совхоза Ленина приветствует вас и благодарит за то, что вы пришли. Спасибо. Митинга протеста. Через 3 недели в единый день голосования во многих регионах России, в том числе и в Москве, пройдут выборы. Эти выборы будут происходить в условиях углубления социально-экономического и политического кризиса. Сегодня мы собрались здесь, на проспекте Сахарова, на митинг в рамках всероссийской акции протеста с требованием обеспечить открытые честные выборы. Не допустить фальсификации народного волеизъявления. Народ, доведенный до крайности грабительским либеральным курсом, устал от постоянного обмана и уже не доверяет действующей власти. Возмущенные несправедливостью, коррупцией и бесправием люди выходят на улицы, чтобы выразить свой искренний протест. Власть же вместо диалога с народом предпочитает использовать дубинки, силовое и судебное преследование. Мы считаем, что буржуазная избирательная система в стране усилиями правящей партии «Единая Россия» серьезно дискредитирована. Практически любые выборы становятся своего рода спецоперацией против граждан России, в ходе которой региональные администрации избиркомы пытаются подогнать волю народа под заранее заданные результаты. Единороссы из-за боязни проигрыша все время изменяют правила игры. Более 160 раз Единая Россия переделывала избирательное законодательство и создавала условия для прокручивания шулерских схем. Это и перенос единого дня голосования на максимально неудобное время начала сентября. Это и введение все новых административных барьеров, самым подлым из которых можно назвать муниципальный фильтр для отсеивания сильных, но неугодных власти кандидатов. Это неравные условия для агитации. Это использование представителей партии обманок, спойлеров, навязывание людям как крикливой либеральщины, так и красного патриотизма. Все это приправляется русофобией и антисоветизмом. Власть хотела тихих выборов, на которых голосовали бы в основном зависимые бюджетники и зависимые от власти люди. Не выйдет! Источник власти в России — это народ, и народ не позволит этого сделать. Выборы во многих регионах уже успели стать скандальными, и в первую очередь это касается избирательной кампании в Москве. Действия власти и Московской городской избирательной комиссии вышли за рамки закона. Регистрация самовыдвиженца от власти без проверки подписей и отстранение от выборов неугодных власти кандидатов привели к резкому обострению ситуации в Москве. Обстановка в столице накалилась до такой степени, что стали возможными крупные несанкционированные акции протеста, задержания, избиения простых граждан.
Ответственность за этот кризис должны нести Мосгоразбирком и его председатель Валентин Горбунов. Мы уверены, что наступление власти на права и свободы, на власть народа началось не сегодня и даже не вчера. Началось все более четверти века назад с расстрела законно избранного Верховного Совета, последней крепости советской власти. Именно события Черного октября 1993 года и стала, возможно, та вакханалия, которую мы наблюдаем все это время. Мы убеждены, что сегодня коммунисты, беспартийные сторонники, гражданские активисты и все люди доброй воли должны четко сказать: никакого доверия правящей верхушке, никакого доверия самозванным либеральным лидерам. Требуем честных выборов и социальной справедливости. Мы требуем принять разработанный КПРФ пакет законов, направленный на основательный ремонт избирательной системы. Сегодня на чаше весов наше будущее. Будущее наших детей и внуков. Будущее страны, ее безопасность и суверенитет. Мы во весь голос заявляем: мы за честные выборы. Требуем прекращения силового и судебного преследования в отношении простых граждан. Валентин Горбунов должен уйти в отставку. Мы за поддержку кандидатов от КПРФ и народно-патриотических сил. Мы за справедливость и достойную жизнь человека труда. Справедливость, Родина, народ, будущее России, социализм. Вместе победим. Так? Ура! Много песен слыхал я в родной стране. В них про радость и боль мне пели. Но одна лишь из них в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Эх, дубинушка ухнем, эх, зеленая сама пойдет, сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, коль работать не в мочь, он затянет родную дубину. Эх, дубинушка ухнем, эх, зеленая сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем.